покажи свои запонки. Покажи всем свои запонки. Татьяна, как настроение? Нормально. Я, блядь, включил Дудя, ты... Дудя? Да. А, ваши эмоции в данный момент в трех словах. Три слова. Ребята, помогите мне. Привет, меня зовут Саша, мне 24 года, и я завтра женюсь. Знаешь, вот другая бы девочка, да? Уже давно психанул, стала бы в смысле, блядь, что это там творишь? Да, да, да. Его никто не заставлял. Конечно. Я же его не принуждала. Вот. Саш, на, забирай. Прощай, кольцо. Ты так долго была со мной, я вынужден поменять тебя на другое. Самоплав угасанется моим детям, нашим, надеюсь, правнукам, там как пойдет. Правнукам? Ну, там как пойдет. Там как пойдет. Будешь косячить, будем разводиться. Это была ее фраза же. Да-да-да. Я сказал. Да не шугу почистишь. Это на самом деле неправильное. Время, блядь, 10 часов, завтра свадьба, мы сидим, блядь, пиво пьем с шейдами. Мне кажется, люди обычно не так делают, там типа, давайте ляжем спать пораньше, завтра у вас тяжелый день. Че, по полтарику давай, че? Да, че? Аргумент. Ладно, хуй с ним, я здесь сижу, че она здесь делает? У нее в 7 часов утра прическа, 2 часа, потом в 9 часов, ну, 9.30, наверное, да, макияж? Ну, да. Чем обидела тебя, что я сделала, скажи. Одинокий голод на карнизе за окном. Букетто. Зорро. Ну чё? Нервничать, пацан. Мы с тобой не нервничаем. Чё, мы сейчас шампусик деревнем? Но нам свадьбу ещё вечером вести, да? Ну, я думаю, что, наверное, всё-таки... Деревня. Пока нет. Тут даже я уже переживать начал. Да я сам нахуй на нервике, блядь. Да ты свадебный видос снимаешь, блядь. Родителям потом. Я нахуй, блядь, сам нахуй, блядь, ебаный рот, блядь. Я хранитель букета, пока Таня не вышла. Ее здесь нет. А где она? Там, через дорогу. А почему мы здесь стоим тогда? Потому что не платье у нее висит. Она маленько с графика выбилась. Какая самка-то затем. Вот это да. Шикардян. Сам, можно я пойду, а? Просто вообще нифа. Нифа! Ты платье подумал, вообще точно? Огонь! Прическа. Я бы еще показал, как у меня шлейф на нем. Супер! Ну все классно! Вперед, наверное. Ну да, наверное. А такая вечеринка! Типа сфоткайте мой мужик, чтобы все знали. Давайте, давайте! Надо не банально, да нормально, нормально! Побольше секса, Саня! Побольше секса! Саш, ноги вместе делай! Болт там свой вывалит, блядь, вечно стоит. Но... Когда свадьба, разные люди занимаются разными вещами. Сашка вот стоит, ждет. Денис, он грибник. Ты что, совсем ебанутый? Грузди есть! 1300 ведро. Тут вон Таня просто found you. Ну что я тебе могу сказать, рыжиков нет. Это проблема, нахуй. Я рыжиков хочу. Зато есть мухоморы. В Минусинском бару мухоморы растут. Я за ними пойду и сожру штучек 5. Я думал, у нее в букете брусника. Ты мне доверяешь после этого? Просто ситуация. Она приходит, когда в Минусинске созревают помидоры. Татьяна, супер невеста. Не порвет, я аккуратно. По-братски. Профессионально держу подол, 1200 час. Глаза. О, просто фантастика. Стоп. Ребят, вы чё, блядь, как будто разводитесь нахуй, блядь. Вы давайте как-то улыбнитесь. Я просто очень серьезно настроен. Теперь друг на друга. Счастливо видно. Чё, скинула, что ли? Да, не первый раз вообще очень. Цифры эти вон на фоне преследуют нас. Что не означает? Никто не знает.
Просто магия. Просто магия цифры. Все. Ты не стирай мне, пожалуйста, всю косметику уже, ну. За 2500, ну. Ну. Саша, ты имей, блядь, совесть. Так, Таня, вот эту руку. Какой интересный, вот, как будто бы вот это вот. Так все просто, да, и бесплатно. Ну вот. Как бы банкет начался. Сука, вкусно делают. Фотограф здесь, ведущий здесь, невеста здесь. Ну что, друзья, буквально через 5 минут ворвется Александр и Татьяна уже в зал. Мы уже все в ожидании, всех уже построили, всех выстроили. А тетенька регистраторша уже произнесла мотивирующую речь о нашем настроении, сказала, чтобы у нас все было бодренько, четко и хорошо. Поэтому сейчас ждем Александра и Татьяну, набриваются, мы хлопаем, аплодируем, потом лепестки, потом шампусик, потом мы льем, как непонятно кто. Вот такая. Два дня льем, да. Вот примерно такой план. Да. Вот человек просто камеру наводит, у него начинается. Объявляю вас мужем и женой. Вам присваивается общая фамилия супруги Магеря. Взаимно супруга вручает любимого мужа. Уверена, надежная, крепкие, ласковые, нежные, мужские супруга, проверенные руки. Аплодисменты. Поздравляю вас с зеленой свадьбой. Вы друг друга вашим первым брачным поцелуем. Наблюдать в своей среде естественного обитания видеоблогера Красноярска. Сейчас он охотится на шведский трактор Volvo XC90. О, да, детка, такой секс, да. Поехали. А, да, это пиздец. Охуенно, да?